Привет, народ! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И у нас пришло время розыгрыша флага. Итак, как это все происходит? Мы берем наш ролик, под которым все писали комментарий, который мы просили в ролике про переход. Вот ссылочка, кто не видел этот ролик. Напоминаю, что у нас был переход в Индонезию с Папуа Новой Гвинеи. Мы разыгрывали флаг. Итак, есть такие сайты, на которые ты закидываешь ссылку на твой ролик, и он рандомно выбирает коммент, который соответствует вашим критериям. Итак, мы так и сделали, и флаг выиграл Алексей. Вы видите сейчас снизу этот комментарий, и мы залезли на его YouTube профиль, посмотрели. Алексей, спасибо тебе огромное, поздравляю с выигрышем. Пиши мне в личку, в описании будет мой Telegram, и буду рад прислать тебе наш флажок, из которого перешел весь Тихий океан. Друзья, а те, кто не выиграл, спасибо вам в любом случае за участие. В первую очередь, данные ролики, они информативные, и мы рассказываем о переходах. Но если у нас будут и дальше какие-то интересные розыгрыши, участвуйте, и я надеюсь, победа будет у каждого. Все, друзья, обнимаю, и до встречи уже в следующем выпуске. Пока!